Для меня мартышкин труд – это норма жизни, ребятки, поэтому я совершенно не расстраиваюсь по поводу того, что, может быть, мне придется потом эту стену, то, что я сейчас закладываю, все это потом буду усиленным образом, как говорится, бурно, бодро все это разбивать. Но сейчас пока что вот... Ага, все, да, выкинул все. Пока что выравниваю стенку. Ага. Вот здесь вот сейчас, подожди. Встанем. Здесь заложим. Вот, все ровно. Вот, красота. Красота. Все ровно. Булыжник вставим. Так, эти все, вот эти земельки, они у меня здесь используют, чтобы долезть до потолка. Это все убираем сейчас тем, что мы уберем. Вон там вот, в той стороне все это дозаложим. Ну, все долго, все долго. Это вот, говорят, в творческом режиме быстро все блоки собираются, а здесь нет. Ну и ладно. Потому что я хочу потом себе включить этих всех монстров, чтобы они у меня все были, понимаешь? Что когда у меня уже тут все будут, мои подземные дворцы, все укрепления готовы, я хочу включить, если это, конечно, будет возможно. Если это будет возможно. Может быть, это уже будет нельзя. Что-то я слышу, что-то там отключил, потом включить будет нельзя. Ну-ка. Ну вот, сейчас давай мы вот здесь вот земелькой все доложим. Пока воткнем здесь свет. Чтобы было светло. Встаем. И мастим. Туда не достанет, естественно. Так, вот тут немножко остается у меня еще. Ну, мастись, мастись, мастись. Нет, да? Теперь сюда. И будет потолок уже готов. По крайней мере, можно будет мне в моей GTA пойти спать. Ну-ка. По-моему, очаровательно. Все, земли больше нету. Так, ну вот два комья буквально. Так, вот это тоже уберем. Здесь что он у меня тут лежит? Так, вот эти веса уберем. Леса, веса. Тут пока свет у меня в алькове, пока оставляем. Ну вот, конечно, да, что-то он немножко по дизайну поддавливает, конечно, такой. Единый потолок. Ну, что же делать? Столько я уже потратил усилий. Что же теперь? Отскребать этот потолок. Интересно, к потолку можно пришпандорить этот светильник? Ну-ка. Не шпандорится. Ну да, естественно, как факел-то на потолке будет. Блин. Естественно, все понятно. Ну-ка. Вот здесь вот немножко остается. Совсем чуть-чуть доделать. Сейчас доделаем и пойдем спать. Да, я не могу сказать, что прям так все это здорово смотрится. Так, 7 штук у нас коми в земли. Давай кладем. Не могу сказать, что круто смотрится, но что теперь поделать. Ладно, здесь будем тогда... Я вот думаю, что вот с этим делать, потому что вот диоритом.
Не-не-не, конечно, не диорит. И, конечно, не так. Конечно, не так. Ага. Знаешь, что сделаем? Сделаем просто-напросто здесь такой квадрат большой.